Вы говорили, в России деградирует российский футбол. Вы не отказываетесь от своих слов? Ни одного слова на пресс-конференции, которое я сказал, я не отказываюсь. А доводы, почему он деградирует? Вы говорили фразу, что в России нет тренерской школы. Это не я сказал. А, вы в интервью Казакову. Нет, тренерская школа. Это не я сказал, что нет тренерской школы. Вы привели цитату. Да. Цитату Дзюкова. Я не помню, кто сказал. Это сказал Дзюкова в 2021 году. Ну, я еще раз говорю, какие критерии школы, что у нас нет. То есть у нас, назовите мне, вы знаете критерии школы футбольной? То есть по какому критерию оценивается тренерская школа российская? У меня, я могу вам сказать критерии. 5 чемпионств Зенита, Симака.